Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь в колоде выпадет. Так, что-то знакомое. Ага, железноголовый, понятно. Задание все выполнил. Так, в магазине у нас что-нибудь интересненькое есть. Ага, за 4000 сюриков я могу приобрести себе 5 ДНК на Рокстеди. Да, я с удовольствием приобретаю. Что у нас там по монетам? 39, а по жетонам, понятно. Больше мы этого не касаемся. Так, мутаген я, по-моему, весь собрал. Ну что же, значит, мы приступаем с вами с турнирной арены. В данный момент я нахожусь на Лиге Зионов, ранг 31. И я думаю, что мне очень быстро и легко перелететь получится на Лигу Мастеров, естественно. Так, давай посмотрим, что у нас там по уровню получается и по кубкам. Я думаю, начнем, пожалуй, мы с Павла. Даже не Павла, а Палво. Вот так вот будет правильнее сказано. Ну что же, берем Лео. И вместе с Лео будут у нас довольно слабенькие персонажи играть сегодня. Так что начнем. Так, Лео одного здесь будет недостаточно. Поэтому я возьму сюда, наверное, еще Паукуса. Ну, стандартная, ребята, операция, да? С вами делаем вертушку от Лео. И потом у нас, по идее, должен Паукус сходить, чтобы их добить. Надеюсь, что мы с вами подобьем вон ту самую морозильную кошку, которая стоит. Слушай, неплохо. Ой-ой-ой, а вот это нежданчик для меня. Так, вешает иммунитет, ладно, фиг с ним. Хан. Хан, да, ходит? Слушай, друзья мои, ну я не знаю, можно, конечно, попробовать вот этого Лео наказать. Сможет ли хан сделать? Получилось, прикинь. Паукус, не подведи меня. Шикарно. Шикарненько. За счет Леонардо мы с вами отыграли трех слабых наших персонажей. Ну, Паукус тоже, можно сказать, такой слабенький был. И мы переходим с вами на 19-ю позицию. Замечательно. Так, Мариама, Александр и Топи. Берем тогда, наверное, с вами Александра. Леонардо возвращаем. Да, знаю, знаю, ребят, вы говорили, не трать откаты, но мне хочется пойти побомбить для того, чтобы мы... Кстати, сегодня суббота, не забывайте, да? Уже вечер. То есть у нас очень мало времени для того, чтобы попасть в Лигу Мастеров 2 звезды. Я даже не уверен, смогу ли я. Ну, хотелось бы на самом деле. Все это делается ради платиновых осколков. Так, секундочку, ребята, здесь напряженочка. А ну-ка, если я так сделаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, опасочка очень большая. Слушай, может быть нам... Ну, попробуем. Я рискую. Мимо, естественно, мимо. Сплинтер бафает свою команду. И сейчас начнется. Огненная атака массовая. Минус тигр. Жаль, очень жаль. Мы его потеряли, а он мне здесь нужен был. Так, ну что же. Давай попробуем. Тимми, сможешь пробить? Пробил. Отомстил, так сказать, да? Естественно, сразу мы с вами захиливаемся. Потому что от Кирби здесь никакого толку нету. И добиваем Сплинтера. Так, а здесь, наверное, нам придется еще раз подлечиться. Вот так вот. Кого он сейчас прижучит? По мухе, да, ударил? Хорошо, делаем, короче, на крит атаку. И пробиваем. Все. Майки упал, и мы с вами проходим дальше. Но единственное, что мы потеряли одного бойца. И нам дадут намного меньше кубков, естественно. Ну, я надеюсь, мы все-таки попадем, да? Нет, не попадем. В мастера мы не попали, то есть всего лишь перепрыгнули 8 ступенек. Были на 19-й позиции, стали на 11-й. И это печалька. Так, Тимур, Кура, кого возьмем? Надо брать нам Абхам. Или Адхам. Ладно, Лео, давай сюда обратно. Подожди, возьмем с тобой морозильную кошку, Сплинтера, Ваньку и Донателло. Донателло, если что, он будет добивать сюриками. Я надеюсь, что будет. Так, ну что же, вертушка, давай, Пита главное положить нам. И Лео хотелось бы, конечно, уложить, но не тут-то было. Так, вот начинается у них вот этот вот разбор полетов.
Выжили, да? Хорошо, бафаемся. Спринтер делает массовый баф. Не очень крутой. И надеюсь. Не справился Донни, к сожалению. Так, давай ускорим свою команду с помощью морозильной кошки и постараемся вот так сделать. Упадут, должны упасть, да. Ну что, друзья, отлично. Здесь у нас все получилось хорошо. И вот теперь мы с вами переходим в Лигу Мастеров. Да ладно, ты что, издеваешь? А с какого вдруг перепуга-то? С 11-го места на 8-е я упал. Я всех подбил. У меня никто не погиб. У меня было максимальное количество кубков. С какого, блин, перепуга? Вы чё? Да, ребята, это заговор уже какой-то идет. Хорошо, я попробую сделать... Подожди-ка, давай вот так, наверное, сделаем. Попробуем вот такой вот командой пройти. Не дай боже, сейчас опять вы меня всего лишь на 3 ступеньки передвинете. Я просто взбешусь. Так, Лео. Голубь упал. Ну-ка, так если сделаем. Минус еще двое. Теперь бросаем когти. И добиваем, наверное, с вами Бибопа. Давай. Тыч. Все, упал. Ну-ка, посмотрим. Что-то меня это напрягло, если честно. Очень сильно, ну-ка. Куда нас там перебросят? Да ладно, неужели? Наконец-то. 97-я позиция. У нас не так уж много осталось бойцов, если честно. Юрка, Шоу и GDC. Ну, я, наверное, возьму тогда Юрку. Раз, два, три. Раз, два, три. 4, 5. Вот такая вот у меня получается команда. То есть получается всего 2 боя. Вот этот и следующий. Грустно, конечно, это грустно. Меня опять скинут в эти сёгуны. Поверь мне, опять меня сбросят туда. Я вот пытаюсь перелететь. Но меня опять при первой же возможности сбрасывают. Так, волна. И добиваем. Ну, с этой командой, понятно, тут шутить бесполезно. Тем более я Бакстер Стокмана прокачал до 80 уровня. До 80 уровня. Так, мы переходим с вами на 87-я позиция в бой. Так, Димка, Маргарита и Ауримас. Ну, давай я возьму Димку. Раз, два, три. 4. И последний боец. Это у нас будет Шреддер. Погнали. Так, кто у них тут? Хиллер. Хиллер у них муха. Делаем с вами уклонение. Надо бояться за Шреддера. Если мы с вами успеем сейчас забомбить, это хорошо. Если не успеем, Рафаэля надо ставить в провокацию. Четенько. Так, сейчас будет хиляться. Ну, естественно. Встаем в провокацию, и теперь можно сказать, что полдела сделано. Сейчас будем их бомбить. Слышь, успокойся. Так, за трещину получил. Сейчас массовая атака, нет? Нет. Отлично. Теперь мы делаем с вами массовую атаку. Плюс еще... Давай еще одну массовую атаку, хотя можно было бы похиляться. Минус двоечка. Так, Донни делает защиту дополнительную. И я думаю, что это было зря. Муху мы в любом случае с вами подобьем. Вот так вот. И настало время для Донателло. Смотри, какой я живучий. А так если... Бинго. Ну что, могу сказать тебе одно. С ареной на сегодня все. Хватит. Мы будем сейчас идти на испытание. Так, местечко какое нам здесь дадут? 76-е. Вот если бы я до завтрашнего дня остался бы на 76-м месте, я бы все бы потом бы откаты потратил. И, наверное, мы бы с вами в мастере 2 звезды все-таки сохранились бы. Но это все будет завтра известно. А пока идем на испытание. У нас с вами Армагеддон. То есть тут мы с вами зарабатываем Армагошу, и я уже посмотрел вот это вот платиновые негодники. Сюда нам суваться не следует. Почему, ребят? Потому что, смотрите, 90 уровень, 90,
и 70-е. А мне дают вот таких вот персонажей: 83-го, 80-го и 60-го, 59-го, 51-го. То есть нет смысла их вообще брать нам. Поэтому испытание это уже заведомо проигрышное. А вот здесь мы с вами еще подеремся. Поехали. Вау, прикольно мне дали. Ха. Слушай, ну с такой имбой, я думаю, далеко мы с вами пройдем. Жалко, конечно, что эти ДНК на Армагона мне не нужно. Ну, они неплохо разлетаются на сюрики. А сюрикены нам нужны. Вау, неплохо ты начал, парень. Неплохо. Но недостаточно хорошо для Лео, да? Тыч. Мясорубка называется. Слушай, а может быть попробовать все-таки один разок нам пройти, а? Ну, на свой страх и риск хотя бы глянуть. Я имею в виду на второе испытание, которое с 90 уровнями. Я, наверное, попробую. Будет прикольно, если мы с вами там пройдем. Так, что, 50-е уровни уже, да, здесь? Хорошо. Мы можем, кстати, Армагона с вами убрать нашего, да? Он 71-го. И пройти вот этими тремя черепашками. И, кстати, наверное, еще эпизода 2 мы точно с вами пройдем. Так, вау. На изи просто проходим. Получаем еще с вами 2 ДНК. Это получается 4 ДНК на Армагона мы уже получили. По-моему, следующая битва нам будет давать уже 3 ДНК. Поехали. Убираем Армагона отсюда. Или не будем убирать? Нет, уберем на всякий случай. У нас единственное, что плохо, массовая атака здесь, да? Только лишь у Лео. Надо бы еще кого-нибудь такого, да? Имбового. Так, Рафик, молодец, красавчик. Делаем уклонение. Так, уклонение, теперь вертушка. Опять же все, наверное, упадут, да? Смотри-ка, Армагуша выжил. Кул, по-другому не скажешь. Ну что, друзья мои, 3 ДНК, то есть 4 было, плюс 3, 7 уже, 7 ДНК в общем количестве. И мы сразу переходим на следующий бой. На следующий бой, это эпизод 4. Поехали. Тут уже 70 уровень, уже на уровне, ребята, уже, как говорится, как мы практически. Ага, началось, видишь, у них даже инициатива уже большущая, потому что они ходят первыми. Хотя до сих пор еще 70 уровня. Так, они будут промахиваться, да? Надеюсь, будут. Так, ну а мы с вами сделаем вертушку, чтобы почистить. Отлично. Теперь попробуем повесить постепенный урон. Шикарненько. Что он там будет делать? Ага, выпускает ракеты. Ладно. Хилиться я не буду, будем просто бомбить. Двойная атака. Так, еще удар. А дальше, наверное, это конец ему. Да. Ну что, попробуем еще, да? Наверное, один бой сделать. Там уже будет 80 уровень. То есть, ну, сложнота. Просто сложнота. Поехали. Ух, на пределе, друзья мои. На пределе. Так, я не знаю, здесь, наверное, даже волна, точнее, вертушка от Лео нам не поможет. Хотя, кто его знает. Мне бы уклонение поставить как можно быстрее, чтобы меня тут не разобрали. Так, молодец. Давай сделаем уклонение у ворот. Потом можно, в принципе, похиляться. Нет, я все-таки сделаю, наверное, вертушку. Отлично, так, ну что, один на один с Армагоном. О, ну он правильно, сразу за подлый трюк взялся. Раф, звездани. Отлично. Теперь пробуем постепеночку. Отлично, хорошо. Слушай, по-моему, мы его уделали. Ой-ой-ой, надо было немножко другой. Ну, постепенный, да, постепенный урон. Кстати, неплохо. Две полосочки хп отнимает постепенный урон. Хм, ну-ка. Будем пробовать следующий эпизод. Ну, там 90 уровень уже будет. 4 ДНК получили. 6 эпизод. Блин, ребята, знаешь, о чем говорит? Смотри. В принципе, мутант Белки, да, нашего уровня, 80-го. Но Армагон 90-го. И тем не менее, я хочу попробовать. Я хочу рискнуть. Я знаю, что он сейчас будет вытворять такую лютость. По два раза будет ходить. Сейчас посмотрим на укус. Ты видел, что он сделал? Ты видел, сколько он хп отнял у Рафа? То есть Рафа мы с вами потеряли уже.
Это 100%. Да, минус Раф. На одном Леонардо, конечно, мы навряд ли куда-то далеко уйдем здесь. Но попытаемся. Попытаемся, потому что вертушку еще никто не отменял, верно? Так, белки рассыпались. Теперь главное, чтобы он промахивался своими ударами. Что-то как-то грусть, печаль меня посетила. Зачем я сделал? Там же броня была. Надо было сбить броню. Я не усмотрел, друзья мои. Моя вина. Да. Давай, я не знаю, хиляться что ли? Или бить? Нет, надо хиляться. Иначе майки мы с вами потеряем. Ему, понимаешь, ему по барабану на мое уклонение. Он еще и понизил атаку. То есть я... Не варик, что я здесь могу его одолеть. Совсем не варик. Плюс пониженная атака. Так. Ага. Господи, какой он сейчас звезданет, да? По полной программе. Люто. Ну-ка, да опять я делаю ту же самую ошибку. Блин. Смотри, у него каждый удар, каждый раз он себе восстанавливает вот этот вот шлем. Ну, я уже начинаю глупить. Зачем я сделал вертушку? Смотри, он каждый раз восстанавливает. Слушай, давай попробуем еще разок переиграть. Вдруг получится. Там, видишь, слишком... Давай я возьму, наверное, сюда еще Армагона. Как отвлекающего. Может быть, он отвлечется на него или еще что-нибудь сделает. Но если он сейчас применит свой астероид, нам крышка. Ага. Так, смотрим дальше. Кого белки будут разбирать? Опять Рафа трогает моего, а? Вон, делайте больно Армагону. Так, тихо, друзья мои. Делаем с вами уклонение. Так, хорошо. Теперь давай сделаем вертушку. Да как же так-то? Попробуем астероидом бомбануть. Отлично. Бедный Армагон. Ему, по-моему, крышка сейчас придет, да? Постепенный урон повесится или нет? Как думаешь? Нет, не повесился. Так, хиляемся. Хильнулись. Так, у него нет защиты, поэтому стоит его пробивать. Пол хп отняли. Сейчас будет люто. Кому-то не повезет, наверное, на майке. Промахнулся. Вау. А если мы в ответочку? Вот. Ой, сейчас будет Бобо. Ой, как Бобо сейчас будет. Минус Армагон. Минус, друзья мои, Армагон. Я могу... Нет, пока просто ударим. Да что такое? Какой минус один? Что это за урон? Минус один. А, у него... Нет, у него не было вроде бы пониженной атаки. Так, хильнулись. Давай, давай, майки. Хоть немножко отнимаю у него хп. Отлично. Просто я хочу пройти это испытание, друзья мои. Пускай не на 3 звезды полностью, но пройти вообще его. Я его раньше, по-моему, не проходил. Ну-ка. Так. А ну-ка. Эть, да что такое? Он какой-то крепкий стал под конец. Опять он на себя повесил защиту. Кому-то сейчас не поздоровится. Рафаэля мне подбил. Пытаемся, ребята, сбить щит. И пробиваем его. Найс. Жалко, конечно, что Рафаэль и Армагон у меня не выжили в этом поединке. Но, тем не менее, я получил полностью все ДНК на Армагона, которые можно было здесь заработать. А это немало, поверь мне. Да, друзья мои. Так, у меня сколько? 16 сыра. Я хотел попробовать. Попробовать, друзья, пройти вот здесь вот испытание. Но это будет, конечно, люто. Но все-таки я рискну. Я рискну, я попробую. Хотя бы посмотреть, тут 3 волны. Угу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 3 волны, подожди. И они сразу здесь все? Хм. Давай, поехали. Усаги, не подведи меня. Повесь на них постепенный урон. Отлично, паук, наверное, сдохнет, да? Ну, естественно, массовые атаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, минус паукус. Ну-ка, бомбим. Знаешь, что плохо? Что здесь у нас нету хила.
Три волны, блин, да как тут вообще можно? Давай-ка я попробую, наверное, змейковюна убрать. Раз, вторая атака, два. Так, минус Тимми, жаль. Его будет не хватать. Так, убираем нейтрализатора. Так, переходим на вторую волну и смотрим, что у нас тут. Воу. Фига вы дали. Но это же нечестно. Это нечестно. Так, посмотрим, что тут будет происходить. Оу, все очень печально. Я не знаю, брать провокацию, что ли, на... Глупость, да? Это было глупо, наверное. Ладно, поехали. Начнем с зэка. Раз. Два. Ой, сейчас пробьет, блин. Да, слишком жестко, друзья мои. Слишком жесткие противники. Ну, сами понимаете, у меня не получится здесь никак выжить. Как бы я ни старался. Если бы мне дали всех моих имбовых персонажей, конечно бы я их здесь разорвал. Но за счет Железноголового и Усаги пробиться, ну, просто нереально. Сколько у меня осталось сыра? 8, 8, это мало. Это мало. Единственное, наверное, могу вот здесь вот разочек, да, получится? Да, я могу разочек вот здесь вот сделать фарм. И 40 жетонов получаю вместо черепашки из космоса. Так, давай, наверное, разберем. 140 сюрикенов мы зарабатываем здесь. На Армагоне сколько мы зарабатываем? Почти 2000 сюриков. Не кисло, да? Очень не кисло. Так, здесь у нас всего лишь 70. Здесь у нас 35. Тут у нас тоже 35. Ну, худо-бедно, ребята, где-то 2500, да? Может, чуть поменьше. Мы с вами отбили сюрикенов. В общем, количество сейчас почти 9000 и 11000 мутагена. 315 осколков. А нам нужно для того, чтобы поднять, например, в платину, нам нужно 400, господи, нам не хватит. Нам придется еще целую неделю ждать. Но у меня через неделю начинается работа. Так что, друзья мои, видосиков будет поменьше. И пореже они будут выходить. Потому что работа начинается. Отдых, как говорится, мой заканчивается. Ну что ж, друзья, на этой ноте, наверное, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.